Olha aí, ó! Габриэль Гори! Успел! Успел увидеть то, что не успел выйти. По сути дела, Вадим Чеучилов на нормальную позицию не успел занять ворота. Так, мяч ушел на угловой, Чеучилов туда выскочил к новому флажку, начал возвращаться. А Габриэль Гори — это мастер, который видит, наверное, все. И прекрасно умеет такие ситуации воспроизводить голы.